Ночью 3 февраля спасатели эвакуировали с мыса Островной мужчину со сломанной рукой. В службу 112 поступил звонок. Мужчина рассказал о том, что он и его друг находятся на мысе Островной. Приятель звонившего упал с обрыва и сломал руку. А снегоход, на котором друзья приехали, не заводится. В указанный район выехали спасатели с сотрудниками Центра медицины катастроф. Специалисты соорудили из веревки и электрической лебедки подъемный механизм. Спасатели подняли пострадавшего по 100-метровому уклону к снегоболотоходу, где их встретили медики. После того, как мужчине оказали первую помощь, его доставили в областной центр, а после в Магаданскую областную больницу.